Минздрав, между тем, объявил о полномасштабном запуске третьего этапа вакцинации. Прививку может получить теперь любой желающий. Тем временем кампания по иммунизации приносит свои плоды. На прошлой неделе количество заражений снизилось более чем на 20% по сравнению с началом мая. Доля вакцинированных уже достигла 6,5%. По последним данным, 250 тысяч граждан получили прививки, из которых 34 с лишним тысячи – обе дозы. Больше всего привитых проживает в столице. Иммунизация также проводится в Ризинском, Флорешском, Чемишлийском, Сорокском, Рыжканском и Аргеевском районах. Там вакцинировано около 8%. Всего в нашу страну поступило более 785 тысяч доз вакцины. Из них 60% уже распределены по территориям. Имеющегося запаса хватит на полтора месяца. Побочные эффекты выявлены у тысячи с лишним человек. При этом в 96% случаев легкие реакции, остальные умеренные. Тяжелых форм не зафиксировано. Желающие поставить прививку могут записаться онлайн на национальной платформе Vaccinari.gov.md либо по телефону 0800 12 300.